Мамо Фирояну предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского, сообщили сегодня в Следственном комитете по Ивановской области. Действия 18-летнего сына депутата облдумы следствие квалифицирует по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса. За это преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. В ближайшие 2 месяца, пока идет следствие, Фироян проведет в СИЗО. Меры пресечения в отношении него остаются прежней – заключение под стражу.